Добрый день, друзья. Меня зовут Глеб Архангельский. Я вспоминал недавно о человеке, который сильно на меня повлиял. Это был мой первый работодатель, к которому я пришел жаловаться на скуку, на то, что я устал, на то, что я не хочу заниматься тем, чем занимался в его организации. И он спросил меня, а чем тебе вообще интересно заниматься в жизни? Снайперский вопрос, который надо задавать себе почаще. Я очень благодарен этому человеку за этот вопрос. Я сказал, мне интересно управление временем, планировать, вести хронометраж. Он ответил, отлично, прекрасно, забудь все, что ты делал до этого, это очень нужно. Мы опаздываем, мы не успеваем, давай делать тайм-менеджмент в нашей организации. И то, что было хобби, стало работой, любимым делом, которым я занимаюсь уже почти два десятилетия. Я приглашаю вас 1 марта в Екатеринбурге на конференцию Bittrex24 «Идея». Я очень надеюсь, что те мысли, которые я расскажу вам в своем выступлении об эффективности бизнеса, помогут вам, и, может быть, некоторые из них станут для вас такими меняющими вашу бизнес-стратегию, бизнес-карьеру в лучшую сторону. Что вы обменяетесь идеями, мыслями с коллегами, другими участниками конференции, и это также даст новые инсайты, новые возможности для развития вашего бизнеса. До встречи 1 марта на конференции Bittrex24 «Идея» в Екатеринбурге.